Посмотри, как Россия от санкций задыхается. Пока там эти бедолаги воюют и ходят по демонстрациям. И смотрят телевизор не русский. Там уже приватная территория, куда-то попёрлась-то. Вот иди сюда. Вот я строил дом по типу такого. Вот ты скажешь, что-то он не похож. Потому что нарушены пропорции. Пропорции, все пропорции. А, высота кровли нарушена, фронтона. У меня он сделал, мы побоялись так делать. Мы сделали более такой острую, понимаешь? И все остальное. А высота цоколя нарушена, у меня он более высокий. Понимаешь? А внутренняя планировка такая же. Сколько здесь стоит, да? Был 100 евро, сейчас подороже, я думаю, там больше 200. Ну, здесь это нормально. Да? Две семьи, например, две машины. Ну, здесь две спальни. Здесь две спальни, надо это иметь в виду. Угу. Ну что, здесь проснулся, в ресторан, в бассейн. В 11 утра в бассейн. Здесь некоторые люди годами живут. И дача не нужна какая-то там. Здесь все одинаковые домики. Ну, посмотри, где умные финны, куда приезжают отдыхать. Умные финны. Ну, это, конечно, не финны, но все равно. Те, у кого мозги есть. Сейчас зайдем в баню. Там был Анечка Россия. Алло. Добрый день.